Привет всем, дорогие мои! Вы на канале Lifestyle GS. Сегодня хочу показать вам. Вот я сегодня сделала курочку, две четверти, и тут картошечка. Все это запеклось. Сам процесс не показывала, потому что, ну, ничего там сложного нету. Но что самое вот интересное, я делала соус. Соус был особенный. Я напишу, как я его делала. Я его вчера приготовила, поставила все это. Курочка с картошкой, все было в соусе и стояла целую ночь, закрытая под фольгой. Под, в общем-то, настаивалась, натягивалась соками и специями. Хочу вам сказать, дорогие мои, что очень-очень-то вкусная. И рецепт простой, да нельзя. Знаете, иногда вот нету времени, быстренько с вечера это все сделал. В соус положил на утро или днем, когда вам нужно, вы берете эту курочку в магаж, запекли, и никаких вам хлопот. И вот на обед у вас чудесное готовое блюдо со специями на ваш вкус, как вам нравится. Видите, все такое румяное, тут немножко как-то получается зеленоватый цвет, но на самом-то деле оно все такое оранжевое, красивое, золотистая, в общем-то, подрумяненная. И, в общем, как я это все делала, буду под видео напишу, буду вам рассказывать. Всем чудесного денечка! Благодарю за подписки, лайки. Так вы помогаете продвигать наш канал. Всех люблю! С вами была я, Жанна.